ждали храм Машиаха в Иерусалиме, дождались храма Машиаха под Москвой. Построен храм сатаны. Я в этом совершенно не сомневаюсь, потому что всем известно, кто его строил, и всем известно, что он из себя теперь представляет. Главными спонсорами этого храма, якобы это воинский храм, посвященный победе в Великой Отечественной войне, вообще таких храмов не бывает. Так называемые победительные храмы строились давным-давно, и уже давно это вышло из традиции. Мы знаем, что строили этот храм оккупанты, враги нашего народа, враги тех, кто действительно добывал победу на полях сражений, оккупанты. Это главные спонсоры этого храма, с одной стороны. А с другой стороны, это деградированное духовенство, это лжепатриарх и сатанисты, которые прикидываются священниками. Храм построен не по канону. Да, я понимаю, что можно экспериментировать с архитектурой, но вы, как говорится в известном фильме, на кошечках сначала потренируйтесь. Вы сначала там попробуйте, как в каких-то малых формах, проведите какие-то конкурсы, новаторство в храмовой архитектуре и в росписи, а потом уже приступайте к столь масштабным постройкам. 6 миллиардов рублей. Не жирно ли в условиях тотальной катастрофы, которая коснулась практически каждого человека? Она, собственно, рукотворная, она организована все теми же сатанистами, которые этот храм и строили. Они отняли у вас ваши деньги и на эти деньги построили храм. Храмы вообще-то строятся общинами. Община собирает со своих, приглашает каких-то благотворителей, ищет помощи для того, чтобы построить какой-то храм. Есть либо приходские храмы, либо кафедральные соборы. А это что? Вот это угробище черное, это что? Да, там очень много позолоты, и все усеяно, это очень нравится почему-то лжепатриарху Гундяю Кириллу. Все усеяно мозаиками. А что, у нас это традиция, мозаичные храмы? Я один знаю на Спасе в Москве. Ну, станция Спас, всегда ее так называли, хотя официальное название было другое, в советские времена называли остановку электрички Спас. И там этот храм стоял разрушенный, потом его восстановили и почему-то решили вот его полностью украсить сплошь одной мозаикой. Зачем это, не знаете? Ну, да, есть такие храмы, но это же что-то такое не усредненное, а экстраординарное. Зачем строить огромный храм сплошь из мозаики? И почему этот храм надо совместить с музеем? И почему в музее не храмовые изображения? Изображение парада или там празднования 9 мая на Красной площади, это вообще какое отношение к христианству имеет? Собирание в этот храм всех церковных анекдотов. Якобы обносили, там, обвозили, облетали с иконой Богородицы Москву, и поэтому ее не взяли. Но этого не было. Этого просто не было. Якобы то же самое происходило в Сталинграде. Этого не было. Этого не было. Это выдумка. И эту выдумку давай мы на стены храма будем ставить. А вокруг что вообще? Что? Вокруг никаких прихожан нет. То есть это такой парадный храм для кого? Для вас, для меня, для верующих христиан? Нет. Это храм для Шойгу, Путина и всей сволочи, которая вокруг них трется. Вот для кого этот храм построен. Якобы это христианский храм. Нет, это храм сатаны. Он во многих элементах именно такой, сатанинский храм. То есть он построен не победителями. Он построен теми, кто растоптал все то, что связано с русскими победами. Антирусскими силами, антихристианскими. И не случайно настоятелям этого храма думали, ну кому же такую честь оказать? Главный храм вооруженных сил РФ. Кто? Ну, Гундяй. Вот тоже, кого взять? Вот да, я буду впереди стоять, никому не дам, потому что это наше общее
Олигархия, включая церковную, построила храм себе. И почему она построила не белокаменный, не белостенный храм, как принято в русской национальной традиции, а черный храм с какими-то витражами нелепыми? Кому это нужно было? Кто так вот выдумал это все? Это же надо было утвердить, и быстренько давайте за 2 года построили там, невероятные средства туда вложили. И кто строил-то? Ну, опять гастарбайтеров набрали, кто строил? С большой горечью я могу напомнить, наверное, люди не знают, кто росписи там делал. Ну, вот эти вот эскизы к росписям, не знаю, там сам делал ли Василий Нестеренко, лепил ли вот эту мозаику собственноручно. Ну, наверное, нет, наверное, подмастерья какие-то. Замечательный, великолепный художник Василий Нестеренко. На библейские темы, великолепно сюжеты у него разработаны, это его тема, это его духовные переживания. Но нельзя быть придворным у сатаны. А именно это и произошло. Как вот Ефремов в своей покаянной речи, так как-то очень хорошо и четко отыгранный, сказал, ну все, нет больше актера Ефремова. Ну, в покаянной речи это правильно, потому что актерам больше не надо быть, потому что кроме моральной деградации там ничего другого не будет. Василий Нестеренко, а не стоит ли то же самое о себе повторить теперь? Какой это художник может быть? Гений и злодейство – это вещи несовместные. Пушкин выразил это одной строкой, и все сразу понятно. Тогда кто такой художник Василий Нестеренко после сатанинского храма? С вот этими ужасными черными ангелами и черными святыми. Какой-то раскладень, там я смотрю видео, открывается такой триптих. Христос почему-то из черной ямы выходит. Нет, не из светящегося кокона, как положено по канону, изображение вот такой ауры светящейся. Черная яма, из нее выходит светлая фигура. А вокруг демоны, самые настоящие. Нет, они по контурам так похожи на святых, откуда-то эти изображения по канону перенесены, но они черные. Но это же сатанизм, самый настоящий. То есть вот любой православный христианин, посмотрев на это, скажет, да это же храм сатаны. Вот я как христианин, как православный человек, никогда не переступлю порога вот такого храма. А там еще вокруг какие-то там музейные эти самые экспонаты, там что-то такое понатащили. Говорят, даже притащили костюм Гитлера. Почему-то очень надо, чтобы где-то там, чуть ли не в храме, может, не в храме, может, рядом с храмом, надо обязательно вот это организовать. Это для чего? Это для чего? То есть продолжение пропагандистской лжи в форме православного храма, то есть коммунизм без коммунизма. Вот что это такое. Это коммунистический и сатанинский, значит, храм. Я никогда и никому не желаю вляпаться вот в это черное пространство. Как и ходить в храм Христа Спасителя, который восстановлен по первоначальным эскизам, но одновременно там мойка машин, там номера какие-то, там зал церковных соборов якобы, где выступают достаточно фривольные творческие коллективы, для кого непонятно. И этот зал еще издается, чтобы получать деньги на что-то. На что мы, конечно, не знаем. Жизнь Московской Патриархии отдельно идет от прихожан и отдельно вообще от веры Христовой. Они себя отделили, и поэтому они строят такой ужасный, отвратительный, мерзостный храм. Это не храм Христа, это не дом Христов. Это место, где собираются вот эти вытянутые во фрунт генералы, давно потерявшие честь, достоинство и понимание службы. Ее нет. И нет у России, у русских армии нет. Это армия, обслуживающая оккупантов, она им никак не сопротивляется. Это даже не потешные полки, это полки каких-то клоунов в расшитых костюмах. Это мультики вместо обороны. Это военнослужащие, которые подневольно соглашаются, чтобы им сделали прививки, вот эту вакцинацию, которую хотят распространить теперь на всех. То есть они превращаются в пропагандистов смерти, которой нам грозит этот режим. Какие же вы тогда русские солдаты? Вы не солдаты никакие, и не армия. И кто вами командует?
Это не отцы-командиры, это нечисть предателей. Служить в такой армии позорно, стыдно. России иметь такую армию в кавычках безумно. Я происхожу из военной семьи. Мой прадед, хотя не был военным кадровым, но успел побывать в Первой мировой войне. Мои оба деда прошли Великую Отечественную войну, и дед мой по фамилии моей Савельев, родоначальник нашего рода, погиб на этой войне. Три дядьки прошли войну. Мой отец, кадровый офицер советского времени, в 82-м году уволился. И я знаю разные уровни, что такое была и что такое есть советская армия. Я занимался военной тематикой как инженер-физик. И я много лет провел на военных полигонах, и уровень общения там, старший лейтенант, капитан, майор. Я понимаю, что это были. Это были вполне нормальные русские люди. Я знаю уровень общения своего отца. Это поколение послевоенное. Послевоенное. Вот самый, скажем, такой офицерский уровень, первоначальный, стартовый, я знал уже по ветеранам афганской войны, которые приезжали оттуда и много чего рассказывали. Поколение подполковников-полковников – это поколение моего отца, его друзья и сослуживцы. Я с ними тоже был знаком. Это были в основном достойные люди, хотя червоточина, советская червоточина уже там была видна, и уже было видно, кто действительно офицер и наследует русские национальные традиции воинского служения, а кто просто дрянь и такой мелкий коммерсант. И я сидел в Думе рядом с генералом армии Варенниковым и многократно с ним разговаривал на разные темы. Я сидел рядом с бывшим, им тоже многократно разговаривал, с генерал-полковником Игорем Родионовым, оба уже генералы, царствием небесное. Николай Сергеевич Леонов, известный аналитик, генерал-лейтенант, с ним многократно, и с ним духовная близость была, потому что он не сталинист и не коммунист, а достойнейший русский человек, один из вдохновителей и авторов журнала «Русский дом», последнего русского издания. Вообще больше нет других изданий, но более или менее многотиражных. Там все-таки несколько десятков тысяч, я не знаю, 15-20 тысяч, может быть, выпускается в месяц. Последнее издание. Я с многими людьми с военной косточкой был знаком. Но то, что происходит сейчас, это просто смерти подобно. Это духовное унижение, растаптывание. Это позорище вот с этими прививками. Люди, живущие по приказу, якобы являются добровольцами. Это ложь. Это ложь. Я не знаю, там будут им реально что-то колоть в самом деле, и их будут наблюдать. Или им вколят то, что другим вкалывать и не собирались никогда, или вообще просто физраствор впрыснут. Но это же позорище. Участвовать в обмане своего собственного отечества. Обслуживать интересы оккупантов. Чем занимается весь генералитет? Ну весь просто. Там нет ни одного живого места. Есть исключения из вот этой среды, да, есть полковник Квачков, достойнейший человек, был погибший от рук Путина Лев Рохлин. Были другие военные, там, я не знаю, подполковник Кирилл Барабаш, который прошел оккупационные лагеря 3 года. Это достойные люди, которые знали, зачем служат. В погонах, без погон, с наградами или без, они служат Отечеству. А вот эта вся нечисть, которая построила храм сатаны, это слуги сатаны, а не слуги России. К русскому народу они не имеют никакого отношения. Это именно те русскоязычные россияне, которые являются предателями. Но если хотите, власовцами, потому что никакой Власов, конечно, не герой, хотя у некоторых мозги сдвигаются, они до такой степени ненавидят СССР, что это уже распространяется на Россию, родину и русский народ. Вот это власовцы, самые настоящие. Весь генералитет так называемой путинской армии. И сатанинский храм имени Путина Гундяева – это памятник им. Пусть пока постоит, пусть пока постоит. Придет время, его надо будет, конечно, переосветить, зачистить всю мерзость, которую его испоганили, сделав имитацией православного храма. Придут эти времена, а сейчас мы должны увидеть, вот это они, а это мы. И у нас с ними нет ничего общего. У нас родина Россия, а они сатанисты и негодяи.
Слава Руси! Господи, спаси!